Итак, у нас международное интервью представителей Китайской Народной Республики. У нас будет тут микс English and Russian. Окей, let's go. Как вам Россия? Вы здесь первый раз. Окей, go. Новые технологии в деле. 我觉得俄罗斯非常的好。它的环境舒适，空气新鲜，大家都很热情，我很喜欢这里。Как по-русски почти? 环境舒适，空气新鲜。Почти понял его. Я думаю, что Россия очень хорошая, окружающая среда здесь комфортная, а воздух свежий, все в восторге. Мне это очень нравится. Good, bro. Okay, next. Ваш атлет в категории 100+ выступает. Что можешь сказать о нем? Он非常年轻的运动员. 他这次来主要的目的是得到锻炼，他已经得到了很好的锻炼。Он очень молодой спортсмен. Его главная цель приехать на этот турнир, заниматься спортом. У него есть хорошее желание. В общем, их спортсмен приехал за опытом. А по итогу занял второе место, выиграв достойных соперников. Окей. Мы очень рады видеть вас в России. Удачи вам на соревнованиях. До новых встреч. Yeah.